Привет, я Прости Темплар, и это Hertz Medicine Time to Heal. Добро пожаловать обратно, Эллисон, обратно в отделение экстренной помощи. И да, сегодня мы с тобой эту экстренную помощь заканчиваем, мы с ней прощаемся и идем в следующее отделение. Ну а ты не смотрел предыдущую серию, ссылочка на плейлист в описании под видео. Обязательно посмотри, поставь лайк и да, не забудь подписаться. А мы давай продолжать. 29 уровень. Сколько у нас, кстати, алмазиков? 3 алмазика. Мы можем что-то купить. Ну, давай что-нибудь купим. Блин, я хочу на аквариум накопить. Вот хоть убей, я хочу накопить на аквариум. Там вон завернутая рыбка, поэтому копим 15 алмазиков на рыбку. И да, мы с тобой договорились в прошлой серии проходить то, что мы с тобой пропустили на кухне. Поэтому давай сегодня тоже так же поступим. Точно так же, да. И пойдем на кухню. Помоги Эмили в столовой. Садись. Бутерброд, хот-дог. Готово. Это просто разогревчик небольшой. Перед лечением. Где печень-то? Печень-то, вот печень. На тебе печень. Печенька-чеченька. Замечательно. Так, супец. Супец из семи залупец. Держи. Чипсы. Бабусь, это химия. Зачем тебе чипсы-то? Это вообще не завтрак, не ужин, ничего. Да и чипсы, наверное. А, тут смотри, тут помидорки добавили. Слушай, сэндвич с помидоркой. Есть сэндвич без помидорки, а есть сэндвич с помидоркой. Кофе готово. Так, садись. Хот-дог. Вот, мадама, ваша сосиска венская. Ай, опять ты пришла. Вот ты жопа, а. Вот ты жопа, конечно, за чипсами, да, газировка. Сейчас я взболтаю тебе газировочку посильнее. А, явилась, Конор, не запылилась. Ну, давай, заходи. Мне тут сказали, что я не сильно-то почему-то люблю Конора и обращаюсь с ним плохо. Ну, просто, ну, вот так вот. Ну, не знаю, почему, какой-то... Да, не туда, туда отнеси! Почему-то вот у меня с ним... Плохо сложились отношения. Ну вот так вот, я не знаю почему. Без понятия. О! Рут, садись на стул. Вот по ней видно сразу. Любит покушать. Причем вкусно, сытно и прям вот обожает. Кровавая Мэри, и после нее сразу закусон. Печенюха. Так вот, я там, по-моему, сбился. Чипсы в такой столовке стоят очень дорого. Дороже, чем в обычном магазине. Эллисон, держи. Рут сначала бутерброд схомячила, прикинь. А потом супец попросила. Сначала супец, потом бутерброд. Сначала первое, потом второе, потом десерт. Потом компот. Она наоборот все. Дженни, ты задолбала жрать. А Эллисон сегодня на сладеньком сидит у нас. Сначала одну пироженку схомячила, потом вторую пироженку схомячила. Вон даже он. У нее на щеках все остается. Эллисон, вытрись. Не позорь меня. Опять суп. Джо, получено 750 бонусов за быстроту. Сегодня у нас с тобой был суп из семи. Ты понял, из чего из семи? А в следующей столовке у нас будет плов из семи котов. Так, кофе и хот-дог. Кофе делается, подождите секундочку. Нам бы сюда какого-нибудь администратора нанять. Просто они сами не садятся, а я бегать туда-сюда не успеваю. То есть их надо посадить. Для этого нужен отдельный человек, который посадит, усадит. Скажет подождать, даст меню, примет заказ, и только потом мы его обслужим. Печенюха. Маргаритка. Ромашка и улитка.
Так. Давай запасы пополним. Хотя смена кончается. Ладно, могли не пополнять. Хот-дог. Ты даешь, дожрешь? Нет, смена кончилась уже. Вот, все. А я молодец, забыл таймер поставить. Ну ладно. Ну вот, мы, получается, прошли раз, прошли два. Потому что вот эти это уровни обычные на испытания для сердечек. А это именно новое отделение. Что-то вроде нового отделения. Три прошли, потом будет четыре. Да, замечательно. Пройди 800 метров за это дежурство. Опять бегать, что ли? Я обязан вам жизнью, Элисон. И главное, Лиза рассказала обо всем, что вы для нее сделали. Мы делали свою работу. Что ж, спасибо. Ты еще счет не видел. Заботься о нем как следует. Хорошо. Обнимашки. $650 монет у нас есть, поэтому давай играть. Кого привезли? Сейчас я наберу погодь. Бегу с проводами. Да почему поднос-то опять маленький? Тут вообще было 4 места на подносе хоть раз? По-моему, не было. Хоть! Не да, вытащил. Вытащил. Баллоны. Ты куда, Элиса, что-то забегалась опять? Забегалась, засуетилась. Хоп-хоп-хоп, Оливер, ну давай опять бегать. Тара-тара-тара-та-тара-тара-тара-та. И сюда. Элисон бегает. Ту-туру-туру-ту-ту-туру-туру. Элисон сломался опять. Бегу. За ножницами есть. Ага. За стеклом беги. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. Ту-туру-туру-ту-ту. Зашей мужика, говорю. Ну ты что зависла-то? Элисон, блядь, сломалась. Элисон, я ничего не жму. Во. Элисон сломалась, прикинь. Баллон. Я тебе говорю, я ничего не нажимала, она забегалась сама. Все, хорош так делать. Давай потихонечку. Мне кажется, у Элисон мозговая активность сейчас была слишком повышена. Поэтому не будем сильно рисковать, а то еще улетит в другое отделение раньше времени. Лучше потихонечку, все равно там больше половины уже сделали. По чуть-чуть, помаленьку, не спеша. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. Вот. Садись, ложись. Ешь, молись, любись. Тырык. Тык. У меня ватки кончились, как раз вот йод нужен. Шлеп. Тык. Ага. Тук-тук. Ложись. На выписку. Готово, замечательно. Ту-ту-ру-ту-ру-ту-ту. Кого привезли? Опять тебя привезли. Чипсовая мадама. Я не знаю, это совпадение или нет. Но я могу путать. Но вроде бы в той серии как раз таки привозили вот эту мадам на автоматической этой вагонетке. И следом заходила еще одна такая же. Может быть, это какой-то алгоритм, какой-то цикл голубых мамзелей в природе. Давай в следующий раз последим, посмотрим. То есть привозит вот эту синюю, и сразу синяя заходит следом. Могу путать, конечно, но вдруг я не путаю. Бегу. Оп. Ра-та-та-та. Обещал я не играться, но я не могу, мне нравится в них тыкать осколками. Тук-тук. Замечательно. Беги. На выписку. Всем до свидания. Аривидерчи, монос пьячи.
мое отделение больше не приходите. Шлеп-шлеп. Садись. Тюльпаны. Да, да попади ты, вот! А, опять. Меня не напоминает Симсик. С их этим и... их языком. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Что ты хочешь, баллон? Ага, компрессор по лбу. Компрессор по лбу, это всегда можно. Садись, я пока всех выпишу. Ух ты ж, твою мать. Ладно, это было легко. Баллон попросишь? Да бляха-мух со своими баллонами, этими бидонами. Ну ничего, еще чуть-чуть потерпеть и в следующее отделение пойдем с тобой. Еще чуть-чуть, совсем немножко. Осталось нам потерпеть и побежим в новое отделение. Оливер был? Сквик-сквик, Оливер был. Вечно я забываю, был, не был. Я спасла человеку жизнь. Да. Да, именно так. Знаешь, не каждый день бывает таким, но... Джо говорит, что если запоминать такие дни и остальные забывать, то можно по-настоящему стать неуязвимым. Так ты все-таки меня слушаешь? Время от времени. Да хорош сосаться-то, лизаться тут мне в отделении в моем. О! Ой, слушай, тут смотри, тут это есть, это есть. То есть, если мы купили бы все, то тут было бы все. Угадай, кто сегодня спас жизнь? Правда, Эллисон, это прекрасно! Ну что? О чем задумался? Да я бы думал, можно ли закинуться телефоном? Ну, завтра я хочу пригласить кое-каких людей, показать, как идут работы в новом крыле. Я думал заодно пригласить отца. Ну, вдруг ему не понравится. Я столько работал, так хотел бы впечатлить его. Ах, может, пока рано его приглашать. Дэниел, не надо так волноваться. Что тут может не понравиться? Крыло выглядит отлично, ну, пустовато немножко. Но я уверен, Джон будет доволен. Ты вообще о том Джоне говоришь, он вечно чем-то недоволен. Если я смогла спасти человека, то и ты сможешь показать отцу свою работу. Да. Так, заставочка будет. Пусть никто из пациентов не уйдет меньше, чем с тремя сердцами. Врачебный такт. Хорошо. Ротто бежит, бежит, бежит. Ага, Ченс, Членс, Коннор, Дженни, Рут, Робин, Джон, без коляски. Это Джо, это я забыл, София зовут. Я всех помню. Я всех знаю, я всех помню. Это Дэниел, да. Итак, конечно, надо еще кое-что доделать, но, в общем, это наше новое крыло. Чудесно! В этом зале благоприятный фэн-шуй. Да, ты правда проделал отличную работу. Мне нравится. Хорош сосаться-то прямо здесь! Вы что делаете, блядь? А ты что скажешь, пап? Ну... Это ужасно! Красиво. У меня отличная больница. Ей вообще не нужно новое крыло. И кто выбирал этот цвет? Синий для больницы? Это я выбирал. Чё ты? Хочешь что-то сказать? Говори мне. Я выбирал этот цвет. Чё ты? А? У тебя вон, у самого рубашка синяя. Джон! О чем ты вообще думал? Вот сейчас он, ты, он сейчас опять из-за тебя лекарствами закинется, я его только что вылечил, ты дурак, что ли, старый индюк? У него сейчас этот будет, рецидив. Это ж так называется, да, по-моему? Короче, опять закинется лекарствами. Дэниел! Он просто хотел впечатлить отца. Эллисон, я хочу немного побыть один, но... Нет, не пускай, нельзя, чтобы он был один. Он сейчас опять кидаться начнет.
Элисон, не волнуйся, я не буду. Ты знаешь, что я не буду. Будет! Мне просто нужно немного времени. Ладно? Хорошего дня в отделении. По-моему, он уже закинулся. Он как-то... Элисон, за ним! Элисон, похрен на работу, отпросись! Ну все, жопа. Опять он со своими леденцами. Да кинь в него леденец! Задолбал. Так, прокачивать не будем опять. Пришел тут такой, наехал на всех. Индюк. Скальпель. Как мне теперь в этом отделении работать? Я злой. Я не могу так работать. Шляп-шляп-шляп. Ладно, как-нибудь. Ну, через силу, через не могу. Ну, давай, давай делать свою работу. Оливер, где? Ага! Ты, ты смотри, где был. Под кровать. Ты-ты-ты-ты-ты-тык. Ты-ты-ты-ты-хоп-хоп. Какое задание, чтобы было у всех три сердца? Ну, это хорошо. Три сердца, это, конечно... Не особо нормально. Но если надо, то пусть будет. Ватка, 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 ватка. Шлеп, шлеп. Да шлеп, шлеп, шлеп. Опять эти провода. А, розовый, зеленый, синий, синий. По-моему, меньше трех сердец у нас или никогда не было, или было супер крайне очень и редко. Только когда мы бабку, наверное, пытались убить. Или когда сильная, прям сильная запара. Тогда могло быть меньше трех сердец. Шлеп, шлеп, шлеп. Ну, ждем-с. Ложись, ложись, давай. Так, баллон, 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 баллон. Йод, 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 йод. Да что ж такое-то, а? Тут очень неудобно расположены вот эти все прибамбасы, приспособления, инструменты. Тут приходится за ними бегать, а много не уместить, потому что 4 подноса не дают. Вот хоть убей, говорит, мы тебе 4 подноса не дадим, работай со старым. Как хочешь, так работай. Скальпель, скальпель, скальпель. Ага. Ложись. А подожди, это не криви ты рожу. Сейчас я осколки с тебя вытащу. Бегу, 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 бегу. Шлеп, шлеп, шлеп. Хорошо. Провода эти стали суперсложными какими-то. Прям вот суперсложными. А я йод сделал. А почему? Было же шлеп, шлеп. Мы там открыли йод. Я слышал, как мы открыли йод. Интересно, а это и была заставка? Или еще заставка будет? Ножницы, 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 бегу я. Ну что вам там надо резать? Буду резать, буду бить. Все равно мне вас лечить. Садись, шлеп, шлеп, шлеп. А, надо зашить! Зашить рану надо, там сердце, он тает. Сердце тает из-за одной дырки. Мог бы и потерпеть. Все, одного принимаю. Давай, дед, ты последний. Оливер был под кроватью.
Ну все, следующее отделение. София, закончено дежурство в отделении экстренной помощи. Сквик, сквик. Физиотерапия. Помогай пациентам восстанавливать силы, делай массаж и обрабатывай раны. Присоединяйся к странной команде. Членс и Конор. А там какая-то собака есть, прикинь, там собака что-то делает. Ну вот это будет интересно, там Членс и Конор одновременно. Один будет чистить ауру, а второй будет стоять. А второй будет от нас мячики ловить. Бзз. Алёк, писёлёк. Дэниел? Элисан! Дэниел, ты в порядке? У тебя странный голос. Ты дома? Я в порядке. Спасибо за вопрос, да. Я дома. А откуда ты знаешь? Вот он такой. Что-то случилось, надо ехать к Дэниелу сейчас же. Нет, ничего быстрее скорой помощи. Вжих. Просто оставайся там, Дэниел, мы уже едем. Как это мило. Да чё, накидался, напился просто-напросто, да и все вот. А, я ж говорю, напился он. Лежит-то, алкаш, алкоголик. Наркоман, алкоголик, вообще, комбо. А, вот и ты. Выпить хочешь? Дэниел, ты опять принимал таблетки? Я сказал, что не буду, не принимал, я просто выпиваю. Что, мужчина немножко не может выпить у себя дома? Не можешь просто порадоваться за меня, а? Я не знаю, Дэниел. Пойдем внутрь. Ладно. Сейчас упадет. Упадет! Упадет! Вот это ты балансер, конечно. Ты акробат, блядь! А, вот! Слушай, вот! Вот-то что случилось-то! Вот оно! Да выебывался! Вот что произошло-то, ты понял? Ёб твою мать! А кто жив-то, кто мертв? Живые-то есть вообще, нет? Коснись. О, там кто-то есть. Ну-ка, давай-давай. Эллисон, конечно, Эллисон живая, ясное дело. А где остальные? А где все? Перетяни. А, так, Дэниел тут, ага. Шлеп. А где эти двое? Где Дженни и Джо? Что-то бабахнуло. Мы или прячем тело, или сейчас будем играть здесь. А где остальные-то? Где еще двое? Понятно, ты его вытащил. А где еще-то? Эллисон? Хоть живой. Твоя рука! Она сломана, ну все, вон там синее воспаление. Ее надо вправить и зашить. Ты и так потерял много крови. Где остальные? Дженни! А ну, вон они. А жива, нет? Ты жива, нет? Жива? Она дышит, пульс хороший. Она, похоже, выбралась на берег и отключилась. А где Джо? Я не вижу Джо. Он, наверное, еще в машине. Да давай, Эллисон, только на тебя есть надежда. Сначала Джо, я выживу. Джо! Ты там, а? Слушай, что, Джо умер? Джо! Да ну нет. Жив еще! Леденец там сосет, просто не сразу ответил. Джо, слава богу! Ну плыви сюда, ты че этот? Я иду за тобой! Я там током не ударит, нет? Перетяните. Ага, тяну. 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 Ага. Джо, я ничего не вижу. Как ты там? Я немного застрял. Немного поцарапался. Не более того. Да иду, я иду. Там Дэниел что-то умирает. Эллисон! Эллисон, лови! Чего? Хоть. Бинты пригодятся Дэниелу.
Иди, помоги ему, вернешься за мной потом. А может, вы меня не будете туда-сюда гонять? Давай сначала его вытащим. Спасибо. Она заебется туда забираться потом опять. Ну ничего, рук тебя отрежут. И без руки работать можно, и жить тоже. Я не чувствую больше руку. Ты должна сейчас... Дэниел, у меня нет аптечки, есть только два бинта. Если она сломана выше, я попробую поставить на место. Неизбежный риск. Давай, делай. Блять, у меня кровь пошла. Нет, рана, наверное, повредила артерию. Ёб твою мать. Удерживаю. Эллисон, что? Кто кричал? Дэниел? Да, он без сознания, его рука. Сосредоточься, Эллисон, что надо сделать? Я должна зашить рану. Тут так много крови, Джо. Ну, инструменты у меня нет. Но если прижать как следует, на время это поможет, да? Да. Хорошо. Я посмотрел, не думаю, что инструменты в машине. Может, они где-то снаружи. Ну вот. Не достать. Палку возьми, вот. Дженни, как мне сейчас нужна твоя помощь? Сейчас пиздяйка лежит. Палку возьми, может тут есть что-то полезное, чтобы дотянуться? Палка, ага. Давай. Опа. Дзынь. Там что-то, там все в порядке нет. Джо, что случилось? Все хорошо? Твою мать, а там что-то это фламабле. Там что-то сейчас взорвется. Все нормально, это панель, наверное, отвалилась. Не волнуйся за меня, он там под водой, блин. Как он дышит еще? Он взорвется. Джо умрет, по-моему, я тебе говорю. Хоть. Есть. Тык. Не взорвется же, да? Получилось! Джо, у меня получилось! Джо жив? Джо! Ага! Ёб твою мать! Был пацан и нет пацана. Умер, что ли? Серьезно? Не, да не, ну нет. Или да. Джо! Я даже голос потерял. А это все, он виноват. А вот если бы он не напился, если бы он не выкаблучился на крыше, такой я типа акробат. Тудак-сюдак. Судык-мудык. Этого бы ничего не было, Джо бы остался в живых. Или если бы, хотя Эллисон, если бы спасла Джо, скорее всего, умер бы Дэнни. И как мы это Софи объясним? Как мы ей об этом расскажем? Как ей мы об этом скажем? Я не знаю, как мы ей об этом скажем. Типа, София, ну вот так вот случилось. Дерьмо случается, живи с этим дальше. Как она за скальпель схватится и убьет нас. И Дэниела заодно. Ух ты ж, ну прям сегодня хорошечно нас по сюжету потрепало, понесло, и мне это нравится. Надеюсь, что тебе тоже. Давай посмотрим, что там по алмазикам. 6 алмазов, мало алмазов. Поэтому ладно. Давай 31 уровень, физиотерапия, хоть посмотрим, что тут да как. Может быть, 1-2 уровня успеем пройти. И это будет хорошо. Год спустя. А, уже год спустя! Ай! Надеюсь, скоро достроят новый педиатрический кабинет, и я смогу отсюда свалить! А мне тут нравится. Да, что ты говоришь, неужели? И что же тут тебе нравится? Постоянный запах пота? Или работать с людьми, которые сами ничего не... Он восстанавливается. Молчи, блядь. Ему и так плохо, хуёво. Тихо, я сам. Думаю, пора работать. Так...
1250 на покупки. Давай кота купим. Хочу кота. Можно хранить больше предметов, то ли потому, что их можно спрятать за фигуркой, то ли потому, что манеки-неко приносит удачу. Оливер опять в шоке. Так, что еще тут можно улучшить? Я стулья боюсь улучшать, но давай улучшим. С какого они будут приходить? Давай вот отсюда они будут приходить. Садиться сюда или садиться сюда? Я думаю, садиться сюда. Давай вот один купим, проверим. А, давай эскалатор новый купим. Да и две сидушки купим вот так вот. А, телек 750. Блин. Ах ты ж, аж наушники упали. Телек 750 надо было брать. Пациенты будут двигаться быстрее. Ну ладно, купим потом. Накопим. Играть. Ты сюда. А где Эллисон? А где Эллисон-то? А, я за членца играю. А где Эллисон? Да давай, раз, два, вот так, вот так. Где Эллисон-то? Я не хочу за мистера членца играть. С его этой чистой аурой. Как таблетки пополнить? Таблетки как пополнить? Вот. В этой кости неправильное положение. Давай возьмем ее и ставим обратно. Да понятно, да это было дело. Какой ужасный противный звук был. Ты слышал, нет? Оливер. Вот так, вот так вот. Вот так вот. Садись. Ух ты ж, твою мать. Это вот по звонке-то мы им ставили. Какой звук противный, мерзотный. Прям вообще. А что случилось-то? Где Эллисон? Какое задание? Помоги двоим. Двоим. Чего? Чего помоги, блядь? Помоги двоим, ровно двоим пациентам с тремя и менее сердцами. А, ну это они сами такие придут, ладно. Раз, два. Раз, два. Если хочешь быть здоров, закаляйся. Три таблетки принимай. Занимайся. Зачем три таблетки набрал? Не знаю я. Не спрашивай. Это противно, мне не нравится этим заниматься. Там звук такой. Ну давай, ты что стоишь-то, телепузик? Давай, шлеп-шлеп. На, давай. Хоть раз сделай. Да, блядь, это какой противный звук-то, а? Давай, садись, иди сюда. Странно, что мы играем за членс. Эллисон-то жива осталась. Она же жива. Ну да, их же спасли. Всех, кроме Джо. Джо жалко. Да ты идешь, нет? А, кстати, они садятся на этот стул. Прикинь, я угадал. Слушай, а ко мне приходят нормальные пациенты. А давай их подождем. Пусть будет... Не надо... Помогите двоим. Ровно двоим пациентам с тремя и менее сердцами. Давай подождем. Просто вот. Вот эти двое пусть теряют сердца. А пусть они все теряют сердца. Ну, испытание сделаем. Алмазик получим. На аквариум накопим. Недовольный стал. Уж ты. Я... Говорит, я недовольный. Дед, у тебя сколько сердец? Ну-ка, давай. Я как раз три сердца. Сейчас там пацаненок сердце потеряет. А, у тебя четыре было сердца. Ах ты, индюк. Ах ты, хитровыебанная жопа. Вот. Пацаненок потеряет сейчас сердце. Вот давай попробуем на пацаненке. Вправим ему там что-то, надо вправить. Это было задание сделано, нет? Нет.
не понимаю я. Давай тебе еще раз прочту. Помоги двоим, ровно двоим пациентам с тремя и менее сердцами. Ну, я пацаненка помог, а это не помогло. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Ну и не больно-то хотелось. Членс! Ты серьезно, что ли? Почему тут ты-то? Где Элис? Куда пропал? Куда делась? Дженни, ты готова к вечеру? Я взял на билеты сразу на два шоу. На рестлинг Луча Либра и ралли Монстр Трак. Не знаю, Конор, все эти врезающиеся машины. А, но... боюсь, их нельзя вернуть. Вот так вот. Еще можем сходить на новый фильм «Потерянные». Неважно, делай то, что ты хочешь. Круто, это будет отличный вечер. Просто подожди, сама увидишь. Только завтра приходи на работу вовремя. Мне понадобится помощь. Эллисон возвращается на работу. Вопреки моему совету. Ой, не волнуйся за Эллисон. Она взрослая девочка и сама со всем разберется. Вот, Эллисон-то возвращается. Вот и хорошо, вот и замечательно, вот и здорово. Так, ну что, уровень-то еще один успеем с тобой пройти. 32-й. Эллисон-то вернется, да? Не перетрудись. Пройди за дежурство не больше шагов, чем 500. Хорошо. Где Эллисон? Вот она. Явилась, а не запылилась. Эллисон, как хорошо, что ты вернулась. Ну, как ты? Я хорошо. Держусь. Пришлось давать показания. Но я рада вернуться к работе. Целый год давал показания. Ну, тогда давайте работать. Я за Эллисон, все? Ну все, член убежал, значит я за Эллисон. Замечательно. Давай ничего купить не будем. Сразу таблетосики возьмем. Сразу наберем вот так вот. Ну вот, за Эллисон-то поприятнее. Вот так вот за Эллисон-то сразу. Хоп-хоп-хоп. Вот, сразу игра пошла. Хоть противно. Меньше бегаем, больше стоим. Работаем. Вот обезьяна Чи-Чи-Чи вскочила на турничи. Таблетосик сразу. Пилюлька. Оливер, 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 Оливер. Ложись, становись. Бегу, 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 бегу. Костыль, на тебе костыль. Лоб потерли. Надо меньше бегать. Правили. Ну вот пусть пока стоят все. Меньше стоим, больше смена пройдет. Так, ладно, на выписку, хорошо. На выписку, все на выписку, всем до свидания. Ты сюда, ты на кровать. Давайте, что вам надо? Это есть, это тоже есть. Хоп-хоп-хоп. Я за бинтом, я за костылями. Давай пока таблетки пополнять, наверное, не будем. Я думаю, это не надо. А вот теперь надо. Шлеп, 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 шлеп. Я, кстати, так понимаю, что вот не Кукити, Кути-Мути, ну вот этот вот кот, который вот этот, хоп, 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 он дает не то, что ты можешь взять с собой больше предметов, а что ты можешь в таблетки положить не 4 штучки, а 6. То есть на 2 больше. Ну, вроде бы прикольный бонус, но все-таки я думал, что он позволит мне брать больше с собой. Садись. Таблетки. Вот, вот сюда, кстати, никто не просится. Почему? Много ходим с тобой. Прям вот много ходим. Надо ходить меньше.
не будем с тобой сильно бегать, сильно разгоняться. Это по факту первый день после того, как год прошел. Поэтому так потихонечку кость взяли, вправили с противным звуком. Брат членца пришел. Что это такое, кстати? Я не задумался. Это пушка какая-то? Что вот это вот такое вот? Вот это. Это шина? Не для машины. Какая-то спортивная шина. Типа ее надеваешь и... меньше повреждаешься. Я без понятия. Ну все, на выписку. Ну вот и замечательно. Сквик, сквик. Продолжить. Бей. Помогай пациентам тренироваться, принимая удары перчатками. Бить пациентов? Стой, или они меня будут бить? Принимая удары перчатками. Да они меня будут бить. Фу ты. Сейчас бабка придет из того отделения, в котором я со стеклом игрался, и отпиздит меня просто-напросто. Пропустить удар не страшно, если ты сможешь перехватить следующий. Ага, не страшно. Один удар, и этот, и ты погиб. Левый охлаждающий, правый нагревающий. Левый коронный, правый похоронный. О. Дэниел. Где ты был? Я тебе столько раз звонила. То есть мы даже не говорили ни разу? Да чё, он виноватым себя чувствует, вот все. Дэниел! Дэниел! Только не обнимай и губы их не тяни. Ничего не понимаю, он не разговаривает со мной с момента аварии. Он злится? Я сделала что-нибудь не так? Да нет, Элисон, ты все сделала так. У него просто чувство вины, он считает, что он сам виноват в том, что случилось. В том, что помер Джо. Мячик принцессы, собери игрушки принцессы. Но я думаю, что игрушки принцессы, я думаю, что это собачка. И да, это тот лабрадорчик, который был на картиночке. Я думаю, что принцесса это именно она. Собирать игрушки будем в следующей серии. А сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк. Комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям или посты. В общем, удачи и до новых встреч.